Любовь к профессии воспитателя детского сада у Ирины Вторых зародилась еще в детские годы, когда она сама была совсем маленькой девочкой и с восхищением наблюдала за работой своей воспитательницы, которую вспоминает до сих пор. В школе Ирина твердо решила, что педагогический институт – это то место, куда она должна непременно поступить и успешно окончить. Ее выбор оказался счастливым и судьбоносным. И вот уже 5 лет она всецело и с большой любовью посвящает себя воспитанникам детского сада номер 70. Основное для меня, конечно же, чтобы как можно больше дать детям, как можно лучше понимать их и видеть их желания. А самое основное, конечно, видеть свет в их глазах, когда понимаешь, что то, что ты им даешь, это им близко, и это они воспринимают. Ирина Александровна прививает детям с малых лет самостоятельность, силу воли, дисциплинированность и разумный взгляд на окружающий мир. В процессе воспитания она бывает в чем-то немного строгой, но, безусловно, справедливой. Я люблю Ирину Александровну, потому что она красивая, добрая. Мы с ней рисуем иногда из пластилина и карандашами. Мы любим нашего воспитателя Ирину Александровну за то, что у нее хорошие занятия по кружкам и очень интересно. Мы любим Ирину Александровну, потому что она нас очень сильно любит. Искренняя любовь – вот что объединяет Ирину Александровну и детей. Вместе с ними она одно целое. Стоит только педагогу что-то задумать, и уже по ее движениям, взгляду и настроению дети сразу понимают, чем они сегодня будут заниматься, и окружают воспитателя со всех сторон. Иногда достаточно одного жеста, чтобы было понятно, что ребенку плохо, что ребенок себя неважно чувствует. Иногда достаточно увидеть, что ребенок стоит около тебя и понимать, что ему просто нужно подойти, чтобы ты его обнял. Он ждет того, когда вот воспитатель просто повернется, просто погладит по голове или просто немножко приобнимет, все. Ребенок расцвел, ребенок пошел играть дальше. Показатель высококлассного труда педагога – веселый, любознательный и дружелюбный настрой детишек. Во время игры или творческого эксперимента Ирина Александровна ненавязчиво заставляет малышей мыслить и фантазировать. Сколько может быть космонавтов? 5. А 4 может быть? Может быть. А 6 может быть? Нет. А почему не может 6? Потому что это больше 5. А на сколько больше 5? На 1. Молодцы. У Ирины Вторых есть авторские методики, разработки и издания, которыми она охотно делится с коллегами по педагогическому ремеслу. Также совместно с родителями она придумывает интерактивные проекты. Вкусно и правильно едим, раз мазок, раз тычок, в здоровом теле здоровый дух. Если воспитательница замечает, что появилась какая-то проблема, то она сразу решает ее вместе с родителями. Мы очень признательны этому педагогу, потому что она креативный человек. Она очень красиво может заинтересовать детей, она заинтересовывает родителей. То есть, когда она просит поучаствовать в конкурсе, мы отказать не можем. В 2013 году Ирина стала лауреатом конкурса «Дошкольный педагог района». Она постоянно совершенствует свое педагогическое мастерство, участвует в различных конкурсах. Но все же ее главные учителя – это любимые воспитанники, которые смотрят на мир через призму добра и света.